Участие в городском чемпионате приняли не только одинцовские, но и столичные спортсмены. А напутствовал их на борьбу президент Федерации айштока России Сергей Санин. Я надеюсь, что сегодняшний мороз он никак не помешает игре. Вот. И игра у нас пройдет честно и в такой дружеской, хорошей, теплой обстановке. Айшток чем-то сродни таким популярным видам спорта, как боулинг и кёрлинг. Однако имеет свою ярко выраженную специфику. Главное его отличие в том, что он не требует дорогостоящего оборудования. Играть в айшток можно на любом ледовом пятачке. Было бы желание. Под эгидой администрации мы такое мероприятие решили впервые провести. Владимир Васильевич собрал всех своих, всю свою школу, пригласил спортсменов, кто занимается этим видом спорта. В Москве должны были приехать еще из Чебоксар, но, к сожалению, команда не подъехала. То есть уже международные турниры по этому виду проходят. И под это дело решили у нас в городе поорганизовать пробный такой турнир, посмотреть. Я думаю, что он приживется. С командой москвичей без лишнего пафоса приехали чемпионы мира и Европы по этому виду спорта. Представители Московской Федерации айштока сегодня сильнейшие в мире. Мы пока этого не достигли, но стремимся. Если сегодня наша женская команда может выиграть, то они будут делегированы на чемпионат мира в Мюнхен. Свежий воздух, солнце, морозы бывают, но это как лыжники. Они очень терпеливые айштоковцы. Это позволяет, так сказать, развивать здоровье и, естественно, поддерживать здоровый образ жизни. Несмотря на высокий уровень московских игроков, одинцовские спортсмены не ударили в лед лицом во всех видах борьбы. Игре 4 на 4, бросках на дальность и точность. По итогам турнира сразу две представительницы Одинцова, Вера Балахонцева и Ольга Житкова, были включены в состав женской сборной России. Уже в марте им вместе с другими спортсменками предстоит защищать честь нашей страны на чемпионате мира по айштоку, который пройдет в Мюнхене. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».